турнир по футболу, посвященный памяти олимпийского чемпиона Валентина Иванова, был организован Российским футбольным союзом. В нем принимают участие Россия, Израиль, Молдова и Беларусь. Раньше юношеские футбольные встречи проходили на московских полях. И вот впервые в Сочи. Здесь, на Мацесинских полях, израильтяне играли с российскими футболистами. России нужна победа либо ничья. Тогда по итогам встреч с Молдовой и Беларусью юношеская сборная России выиграет турнир. Но впереди еще 20 минут игры. Ожидания не оправдались, и чудо не случилось. Израильтяне забили единственный и решающий гол в ворота российского вратаря. Была хорошая игра, я не пропустил мяч, и мне в этом помогла вся команда. Они хотели выиграть и выиграли. В первом тайме было много опасных моментов, игра шла интенсивно, и были все предпосылки у наших спортсменов, чтобы забить мяч в ворота соперников. Но со счетом 1-0 игра все же завершилась. Таким образом определился победитель международного турнира. Да, вроде все получалось, надо реализовывать моменты свои. Реализовали и получили в ответку. В тайме все получилось, мы с преимуществом играли и момент создавали. Не получилось забить в первом тайме, а во втором уже такая игра была не нервозная, и ошибка в обороне привела гол, и уже отыграться было, в принципе, тяжело. Сегодня на полях стадиона «Югспорт» белорусы играли с юными футболистами из Молдовы. Шла борьба за второе и третье места. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».